сегодня для вас обзор журнала «Сюзанна Моден». Вот так он выглядит. И мне он понравился тем, что здесь есть выкройка, которая очень похожа на мою любимую выкройку. И вообще мне понравился этот журнал сочетанием принтов, сочетанием цветов. Вот сорочка красивая, вот брюки красивые. Ну, в общем, сейчас я кратко пролистаю журнал вместе с вами. Вот обложка очень приятная. Блуза, по-моему, по той выкройке, которую я люблю, приспущенное плечо. Симпатичный комплект и очень модные брюки. Во-первых, завышенный пояс и силуэт очень модный. Широкие брюки сейчас на пике моды. Так, что здесь? Здесь парад, который тоже радует глаз. Ну, классические все тона. И малиновый разбеленный приятный. Мне все нравится. Так, дикие расцветки из классический жакет из искусственной кожи. Ну, такая классическая выкройка, стоит попробовать, мне кажется. А вот тоже интересный крой жакета. Опять же, брюки шить легко. Пожалуйста, вот кто только начинает, попробуйте шить себе такие брюки даже из ситца на лето. Блузка. А блузка, посмотрите, какая интересная, с фестонами по краю. По низу рукава фестоны. Очень элегантная мода, я бы так сказала. Так, брюки из хлопчатобумажного полотна в полоску. Вот такое впечатление, что это вельвет. Вот тоже мне очень нравится. Кстати, вот такая посадка брюк сейчас в моде. Свободная, видите? Вот, потом и жакет очень приличный. Очень мне понравился этот костюм. Тройка, скажем так. Обратите внимание. Какой здесь воротник, то есть как пластрон сделан, да? Выкройка должна быть удачная, брюки как джинсы, вот и посадка такая сейчас модная. Свободная посадка, брюки с отворотами могут быть. Ну, в общем, комплект этот мне очень по душе, и цвета очень приятные. Значит, это ткань хлопчатобумажная в полоску. На подкладке с карманами в рамку с клапанами и приточными лацканами. То есть это приточной лацкан, вот как это называется. Дальше белый костюм, тоже очень симпатичный. Обратите внимание, здесь такой крой. Армани очень любит вот такой крой. Здесь стойка, как бы полустойка переходит в вырез. Двубортная застежка. И обратите внимание, черные пуговицы, вот казалось бы мелочь, а делают стиль. Здесь уже другие брюки, тоже свободные, но со складками. И сочетание цветов очень приятное, видите, белое и голубое. Дальше идет кейп, накидка здесь называется. Ну, не знаю, насколько это носибельно, но выглядит очень элегантно. Блуза. Классическая блузочка и... Ну, такой фасон он нужен всем. Иногда, вот, например, на собеседование пойти, да? Пожалуйста, белая блузка и черная юбка. Кстати говоря, юбка здесь с завышенным цельнокройным поясом. Вот начинающие могут отрабатывать свои навыки швейные на такой юбке. Блуза здесь, оказывается, она еще, видите, со сборочкой. Кокеточка и сборочка. Ну, мне очень нравится блузка такая. Такая элегантная базовая блуза. Ну, и вот, пожалуйста, костюм из клетки. Ну, идеально подобрано все, молодцы. Нет никаких, видите, несоответствий. Мне нравится. Так, здесь уже другого кроя брюки, но тоже сейчас это модно. И жакет двубортный, уже на 4 пуговицы. Другие лацканы. Ну, не льняной, да, по всей вероятности. А, шерстяное полотно. Ну, мне очень нравится этот комплект. Сейчас могу... Сочетание красивое, обратите внимание, да, серый с розовым, но здесь еще идет такая фиолетовая полоска, фиолетовая клеточка тонкая. Ну, мне кажется, для молодых бизнес-леди очень даже. Вот брюки мне эти понравились. И блуза, вот она эта блуза, это выкройка, о которой я говорила. Вот она так выглядит, очень похожа на то, что вот я люблю выкройку. Цвет красивый.
брюки, обратите внимание, сейчас это очень модно, вот такой вот складки и такая длина в моде. Из льна были бы хороши такие брюки, а вот, пожалуйста, джинсы из денима, брюки вот такого силуэта, кстати, очень мне нравится. И даже меня не раздражают вот эти вот выбеленные места. Так, пальто, пожалуйста. Легкое летнее пальто. Облегченное, очень удобное пальто из пике. Вот на этим летом, по-моему, очень нужная вещь. Борта окантованы контрастной бейкой. Ну, я бы не знаю, я бы не назвала это скучным. Мне все нравится. Клетка, уже видите, этот жакет клетчатый с джинсами. Вот, казалось бы, такая легкомысленная деталь, но почему-то мне нравится здесь, на девочке. Может быть, потому что босоножки гармонируют. Так, а здесь блуза с бантом, уже хлопчатобумажная вуаль на кокетке и с бантом. Мне тоже нравится. Вот видите, все нравится. Здесь, значит, что у нас? Юбка. Плиссе дошить легко, гофрированная юбка, гофре из атласа, застежкой. Ну, вот видите, у кого есть такая ткань, мне кажется, ничего особенного придумывать не надо. Вот достаточно. Обычная юбка и жакет из роскошного твида с пайетками. Тоже мне нравится. В общем, мода здесь элегантная. Так, посмотрим, что здесь еще есть. Жакет. Шерстяное полотно с длинным узким воротником, шаль. Ну, мне тоже нравится. И нравится, что здесь, видите, карманы как устроены. Здесь отрезное, чуть ниже талии, и карманы. Клапаны туда вшиты. Вот, говорят, такие брюки не в моде, очень даже в моде. Мне нравится. Так. Ну вот единственное, вот сразу мне режет глаз то, что задирается подол в жакете, да? То есть не прилегает. Ну, недостаточный раствор выточки. Ну, в общем, корректировать надо все это. Ну, вообще, вот это широко, и по цвету мне не очень нравится вот в данном случае. Ну, вообще, силуэт брюк нравится, жакет, в принципе, тоже неплохой, но вот дефект посадки. Так, опять же, пальто. Здесь, по-моему, та же история немножко задирается подол. То есть это надо корректировать. Потому что у девушки, видите, там были девочки с такой скромной грудью. Здесь уже девочка, у которой такая роскошная грудь. И начинаются вот эти вот моменты. Задирается подол. Потому что раствора недостаточно. Брюки. Ну, все здесь модно. Пошла уже детская мода. Кстати говоря, и детский комплект мне тоже очень нравится. То есть это платьице короткое и брюки. Блуза. А блуза короткая, да, и брюки. Очень симпатично. Кстати говоря, брюки и платье, такой комплект сейчас очень в моде. Ну вот мне бросилось в глаза, что вот смотрите с клеткой, что делается. Вот режет глаз сразу все это. Так. Ну, опять же, детская мода. Кстати говоря, мы купили еще журнал отдельно, Бурда детская мода, и все, собираемся что-то детское шить на канал. И, наверное, все-таки соберемся в конце концов. Там нам ткань предлагают, между прочим. Это трикотаж, очень подходящий для детской одежды. Так, ну все, закончился журнал. Мне он в целом понравился. Особенно вот этот вот комплект мне понравился. Сумочка красивая и, казалось бы, не такое, не банальное сочетание цвета. Голубой и, ну, горчичный, что ли. Так, все, спасибо за внимание.